Всем привет, с вами снова Артур, и сегодня у меня в ремонте BMW 5 серии с повреждениями крыши. Сейчас расклею, и мы поконкретней увидим фронт работы. Итак, снимаем эту дребедень, пленку аукционную, и что мы видим? На крышу что-то упало. Типа столба, дерева, я не знаю, сука. Потому что практически стойки целые. Крыша с люком повреждены. Потолок тоже помят. Итак, чтобы начать разборку, мне нужно сначала оттянуть крышу наверх, чтобы дойти до разных болтиков. Итак, поднимем чуть крышу. И начинаю разборку. Итак, разобрал. Менять буду только крышу. И теперь я могу приступить к работе. Для начала я высверливаю контактную сварку и удаляю крышу. Основные неудобства в этом деле то, что крыша не только приварена, но еще стоит на клею. Итак, все чудненько, крыша снята, осталось только зачистить, подготовить ее к сварочным работам. Теперь буду приступать к подготовке донорской крыши. Итак, вот такая крыша у меня есть. Снимаю люк и удаляю ненужные мне части. Итак,
Вот в таком состоянии крышу я буду приваривать к BMW. Ну что, все подготовил. Теперь примеряю. И есть чуть расхождение. Вот, как видите, отверстия для крепления багажника не совпадают. То есть при ударе стойки чуть-чуть стянуло вовнутрь. Но ничего страшного. Ставим распорку и расталкиваем стойки. Там совсем немного. Ну что, все отверстия совпали, все прекрасненько. Снимаю по новой крышу и промазываю клеем. Клеем промазываю в тех местах, где нету сварки. Затем накладываю крышу, прикручиваю по креплениям и свариваю в сварочных местах. Итак, все чудненько, крыша приварена, крыша ровненькая, шпаклевать нигде ничего не надо. Итак, пошпаклевываю мелочи, грунтую, крашу, собираю. Итак, вот готовый продукт, машина собрана, стекла вклеены, и вот так она сейчас выглядит. Ну, на этом, пожалуй, все. С вами был Артур. Спасибо за просмотр моих видео. Подписывайтесь на новые. Пока!